Антошка, Антошка, пошли под картошку. Правда? Я смешно говорю по-русски. Ваш, дене девиту. I understand that you speak Russian. Is that true? Yes. Нет, я не дам вам свой пароль Wi-Fi. I can't even begin to pronounce that. What does that mean? No, I will not give you my Wi-Fi password. Если бы моя мама или баба или папа здесь бы сидели, для меня было бы это очень в 100 раз легче. Я не могу писать, я капельку читаю. А говорить я могу кто-то. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад быть здесь сегодня с коллегами Дэвид Батиста. Я чуть-чуть боюсь вас, Дэвид. И прекрасная Нэми Харрис. Ты что, вы тоже учите русский? Добрый день. Вы говорите по-русски, и я тоже немножко. Нет, 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 нет. Спасибо. You're rushing and you're having a baby. Yes. Снова по-русски. По-русски. Привет, на здоровье. Окей. Доброе утро. Бун дия. Добрый день. Спокойной ночи. Бун дия, бо тарбо. Мила, дорогая, скажи, просто я сразу спрошу, ты будешь говорить сегодня по-русски? Все по-русски, чисто по-русски. Окей, это мужчина, который не замуж. Он живет, он пьет много, он имеет красивую квартиру всегда. Он тусовки много имеет. Гей! Водка. Наташа, I like vodka. And you do it. Русское радиошоу.